Если честно, мне вообще непонятны вот эти санкции, от чего они, почему они возникают. Мы не можем ничего просто им ответить в данном положении, потому что мы в таком, нас загнали со всех сторон, и Америка, и ЕС, ну, как бы мы такие посередине между двух огней. Будем как-то справляться, я думаю, с этой ситуацией. Но... Думаю, что эти санкции, они не только против России, они против европейского сообщества, потому что страдают не только российские чиновники, российский бизнес, в том числе страдает и европейский бизнес, который вкладывал большие деньги в Россию, получал достаточно серьезные прибыли. Я бы со стороны европейского сообщества очень сильно подумала на тему дополнительных санкций, вообще тех санкций, которые уже введены. Вот что касается чиновников, то мне кажется, они поймали кураж в последнее время. В связи с событиями, которые происходят между Россией и Украиной, и между Западом и Россией, они поймали кураж. Сейчас для них даже эти санкции как бы не то чтобы на пользу, но чем больше санкций, тем они веселее, российские чиновники. Тем у них больше адреналина в крови. Нас делает только сильнее нашу страну за последнее время. Мы пытаемся как-то хотя бы... больше думать о нашей экономике, потому что вот именно эти санкции, они заставили нас задуматься о том, что нам надо свою денежную систему вводить там и как-то больше заниматься экономикой, нежели раньше. Ну, я считаю, что все это такая ерунда. Все, прошу прощения, злобные потуги Америки все-таки закончатся, к сожалению, в их же сторону. Только минусом, потому что у нас есть прекрасный Крым, отличная Сочи, и мы не будем сильно переживать по этому поводу.